Пилоты самолетов, бывали ли у вас случаи, когда вы были в шаге от смерти, но пассажиры оставались в неведении? Случилось это 7 лет назад. Я решил провести для брата и двух двоюродных сестер короткий экскурсионный полет на самолете Cessna-172. Я знал, что по прогнозу ожидается ухудшение погоды, поэтому хотел поскорее закончить полет. Примерно через 20 минут после взлета я заметил, что тучи сгущаются, и где-то вдалеке начали сверкать молнии. Я понял, что пора возвращаться. Повернув назад, я сообщил в аэропорт о своих намерениях, и диспетчер дал обратную связь с текущей погодной сводкой. Они сообщили что-то непонятное, и когда я вспоминаю эту историю сейчас, я понимаю, что должен был попросить, чтобы мне повторили еще раз. Долетел до аэропорта и лишь тогда понял, насколько сильный дул ветер. Было тяжело удержать равновесие. Я не смог приземлиться с первой попытки и пошел на второй круг. К тому времени я весь покрылся потом, уже начал думать о том, чтобы лететь в другое место для посадки, если провалится и вторая попытка. На всякий случай я отключил внутреннюю связь, чтобы мои пассажиры не заметили, что я уже начинаю паниковать. Хотя я изо всех сил старался держать себя в руках. Со второй попытки я смог повернуть руль налево, и самолет благополучно опустился на землю. Я доехал до ангара, заглушил мотор, выпрыгнул из кабины. Меня трясло из-за выброса адреналина, и я наконец глубоко выдохнул. Пассажиры даже не подозревали о том, что произошло. Для них это был обычный увеселительный полет. Мой брат немного подозревал о том, что не все было в порядке. Позже я ему рассказал все подробности. Оказалось, что и диспетчеры наблюдали за тем, что происходило во время моих попыток приземлиться. Представляю, как они кричали мне, чтобы я улетал в какое-нибудь другое место. Честно говоря, я сам до сих пор удивляюсь, что смог без всяких последствий посадить самолет, учитывая, что это была моя первая посадка при боковом ветре. В результате незапланированного наклона самолета все топливо оказалось на боковой стороне бака. Оба двигателя тут же заглохли. Это произошло на высоте почти в километр, но я сумел вернуть управление и немного опуститься вниз. Двигатели заработали. Вот такая история. Я пилот частной авиационной компании. Моя история не такая уж интересная, но я смотрю, здесь полно скучных историй, поэтому тоже напишу свою. Я летел с тремя пассажирами над горами Апалачи. День был вполне ясный. Попали в зону средней турбулентности, и вдруг дверь самолета открылась. Пассажиры запаниковали, но я им сказал: «Прошу успокоиться, такое происходит часто», и постарался закрыть дверь. Это так и не удалось сделать, и мне пришлось приземлиться на ближайшем аэродроме, и уже на земле мы ее закрыли. После того, как мы прибыли в пункт назначения, я признался пассажирам, что со мной такое случилось впервые, и я даже немного запаниковал. Однажды я летел с фестиваля в пустыне Burning Man с парой пассажиров, и двигатель внезапно заглох. Я даже не успел выполнить пункты инструкции по проверке двигателя в подобных случаях. Просто посмотрел на манометр и понял, что не все в порядке. Я нажал на выключатель вспомогательного топливного насоса, и двигатель ожил. Все закончилось так быстро, что пассажиры даже не заметили. Я бы не сказал, что мы были на волосок от смерти. В худшем случае мне пришлось бы сесть прямо в пустыне, которая до самого горизонта казалась абсолютно ровной. Я в то время выучился на пилота, готовился сдать на лицензию и уже пробовал летать в одиночку. Когда я собирался взлететь, инструктор летной школы спросил меня, уверен ли я в том, что стоит лететь, так как поднялся сильный ветер. Я собирался вылететь на самолете Cessna 152 в день, когда дул ветер в 8 метров в секунду и турбулентность достигала уровня 20. Сам не понимаю, о чем думал я и о чем думали инструктора летной школы, позволяя 16-летнему парню лететь в таких условиях. Итак, несколько не особо гладких кругов прошли, впрочем, без особых проблем. Зато я получил реальный опыт полета при сильной турбулентности. Затем я пошел на последний круг, снизив скорость до минимума, совершенно не обращая внимания на турбулентность. Если кто не знает, когда турбулентность высокая, нужно лететь немного быстрее при приближении к земле, чем обычно. А я летел довольно близко к земле, может быть 100-120 метров, и слышал ветер, звук которого был сильнее рева двигателя. И вдруг ветра не стало. Только что дул ветер 8-10 метров в секунду, почти прямо по направлению движения самолета, но он резко пропал, и в свой последний заход я остался совершенно без поддержки ветра. Помню, начала пищать система безопасности самолета. Я потерял управление, будто в руках у меня был компьютерный джойстик, а не штурвал самолета. К счастью, я держал руку на дроссельной заслонке, как учил меня мой инструктор. И инстинктивно, спасибо инструктору, я мягко нажал на дроссель до упора и немного опустил нос. Все это произошло за какие-то 5 секунд. Я помню все, что сделал, но также помню, что не особо думал в тот момент. Ведь бывает иногда, что делаешь что-то на автомате, а потом осознаешь, что не помнишь, как ты это сделал. Было охуенно страшно. В любом случае, я смог благополучно приземлить самолет. Поехал домой и поспал немного. Родители сказали, что когда я пришел домой, я был бледным как смерть. Летать всегда весело, кроме тех моментов, когда это угрожает твоей жизни.
Все это произошло менее чем за 10 секунд, и такие истории должны попадать в выпуски новостей. Я военный летчик, а не частник, но в любом случае все могло закончиться печально. В июле 2009 года я вел вертолет CH-47D «Чинук» в Ираке. Температура была за 50 градусов по Цельсию. Я вез полный вертолет из 36 пассажиров на высоте всего лишь 30 метров и со скоростью 269 км в час. Намного ниже и быстрее, чем следовало бы. Мы попали в поток теплого воздуха, который подтолкнул нас вверх. Поэтому я дернул рычаг, похож на джойстик, торчит между ног, вперед, чтобы не потерять высоту. Я был тогда еще новичком и летел с опытным пилотом, который велел мне поддерживать высоту почти ровно в 30 метров. То есть не выше 35 метров и не ниже 25. То, что я наклонил вертолет вперед, не дало нам набрать высоту. Но мы тут же попали в поток, и вертолет стал падать вниз, как камень. Я снова толкнул рычаг изо всех сил, но он уперся в мой бронежилет и застрял в таком положении. Я видел, как мы все снижались и снижались. Даже достигли отметки в 6 метров. И тут чудом, буквально в последнюю секунду перед ударом об землю, мы начали снова набирать высоту. Позже мы обсуждали произошедшее, и другой пилот, один из моих лучших друзей сейчас, который налетал более 1000 часов, сказал, что прежде никогда не был настолько близок к смерти. До того, как я услышал это, я не осознавал, насколько серьезной была ситуация. Даже писать об этом сейчас нелегко. Я не пилот, а пассажир. Мы летели на турбовинтовом 16-местном самолете. Как вдруг послышался громкий грохот, свет погас, и мы начали падать. Мы все переглядывались, будто спрашивая друг друга: «Мы что, сейчас умрем?» Спустя какое-то время свет включился, пилот вышел на связь и сказал: «Прошу прощения за произошедшее, в нас только что ударила молния. Прошу ни о чем не беспокоиться, все приборы работают, кроме радара. Он превратился в пепел». Несмотря на его просьбу, я не мог перестать беспокоиться до конца полета. 56% пилотов признались, что засыпают во время полета, в то время как 29% сказали, что они просыпаются только для того, чтобы дать возможность поспать второму пилоту. Я готов поспорить, что лишь самые честные пилоты признались, а реальные цифры гораздо выше. Я расскажу вам историю, которая произошла много лет назад, когда я еще учился на пилота. Я тогда отлетал уже часов 15, и мне скоро должны были доверить полетать в одиночку. Но для этого мне нужно было отлетать еще несколько часов и немного попрактиковаться в посадке. Я отработал в полете некоторые базовые навыки с инструктором и собирался вернуться, чтобы поупражняться в приземлении. Когда мы возвращались, мы должны были пролететь над Детройтским аэропортом, над которым нельзя было находиться без разрешения. За несколько минут до того, как я должен был запросить разрешение, я заметил, что инструктор как-то вдруг стих. Я посмотрел на него и увидел, что он явно был не в порядке. Я подумал, что его тошнит, и начал искать пакетик, но затем я заметил, что он уже не дышит. Я увидел, где нахожусь, и связался с диспетчерами аэропорта Детройта. Сообщил, что на борту чрезвычайная ситуация, и мой инструктор задохнулся. Также признался им, что я пока только учусь, и никогда прежде не садился самостоятельно, тем более на больших аэродромах. Детройтские авиадиспетчеры оказались очень добрыми и понимающими людьми. Они предложили мне сесть у них или в Уиллоу, но до Уиллоу пришлось бы лететь еще минут 5-10. Я решил посадить самолет в Детройте. Меня инструктировали диспетчеры. Они расчистили для меня трассу. Я слышал, как они сказали нескольким самолетам дать еще круг, а некоторые удержали на земле. В общем, я добрался до них, и полет прошел настолько гладко, как по маслу. Настолько мягкого приземления у меня больше никогда не было, до сих пор. Скорая уже ждала на месте. Оказалось, что у моего инструктора, которому было всего 25 лет, случился инфаркт. В итоге он смог выкарабкаться. Всего же, благодаря поддержке авиадиспетчеров, от первого моего звонка им до того, как инструктор оказался в карете скорой помощи, прошло меньше 10 минут. Я не пилот, но хочу рассказать свою историю. Мой кореш – коммерческий пилот. Мы часто летаем вместе, просто ради того, чтобы он наработал часы. Я покупаю еду, он получает часы, мы весело проводим время. Я живу на северо-западе, и как-то раз зимой мы решили слетать к озеру Крейтер. Максимальная высота для него – 2400 метров. Крейтер Лейк находится на высоте 2400 метров. Так как опыта у него еще было мало, то он не мог забраться выше разрешенной высоты. Мы слетали на озеро, пофоткались, отлично провели время. Мы вернулись в аэропорт, пошли в бар, и он сказал мне, что это был самый страшный полет в его жизни. Почему? Единственный двигатель самолета Cessna, на котором мы летели, мог в случае отказа двигателя пролететь максимум 3-5 километров. Диаметр озера больше 12 километров. Если бы что-нибудь случилось с самолетом, когда мы пролетали бы над самым центром озера, мы бы еблись. Я спросил его, что бы он сделал в таком случае. Он ответил: «Я бы направил самолет прямо в воду, так как предпочел бы умереть быстро и без боли,
чем пытаться выплыть из этого дерьма, но все равно утонуть. Пи***ц просто. Однажды мне пришлось приземлиться на очень короткой посадочной полосе. Скорость самолета слегка превышала норму. К тому же посадка совпала с внезапным порывом ветра. Самолет приподнялся сантиметров на 25, и я медленно опустил нос. Тогда я понял, что длина посадочной полосы не позволит мне остановиться до того, как я доеду до ее конца. Я был уверен, что не смогу остановиться до того, как врежусь в деревья в конце полосы. Я дал газу, и мы вновь взлетели, когда до земли оставалось, наверное, метров 6-9. Самолет пролетел еще один круг, и мы успешно сели со второй попытки. Во время тренировок на симуляторе мы прорабатываем все возможные варианты развития событий. И даже когда происходит что-то непредвиденное, мы стараемся не терять управление, пока не ударимся во что-либо твердое. Не могу даже вообразить, что потеряю контроль над собой во время полета. Каждый день пилоты принимают тысячи решений, которые не позволяют сложным ситуациям превратиться в опасные. В наше время полеты совершаются при соблюдении всех мер предосторожности, которые разрабатывались в течение десятилетий. Безопасность всегда на первом месте, и уклоняться от инструкций пилотам запрещено. Со мной не было пассажиров, но это все равно был пи***ц. Когда я впервые летел самостоятельно, я был так этим взволнован, что хотел заснять на видео столь знаменательное событие. Итак, я ехал на взлетную полосу с телефоном в одной руке. Единственное, что нужно знать о старых пропеллерных самолетах, это то, что они подобны старым машинам и их постоянно тянет в сторону. Видимо, я слишком отвлекся от управления тем, что хотел отрегулировать угол и фокус своей камеры, и в результате скатился с асфальта и оказался на обочине, покрытой травой. Я запаниковал. Не понимал, как можно вернуть самолет на асфальт. По радиосвязи молчали. Вероятно, диспетчер все видела из своей вышки. Спустя несколько секунд она преодолела свой шок от увиденного и спокойным голосом спросила меня, все ли у меня в порядке. Чтобы избежать еще большего позора, я решил попробовать запустить двигатель и вырулить к асфальту. К огромному моему удивлению, это сработало. Я совершил свой короткий полет, вернулся в ангар, где меня ждал инструктор. Я понятия не имею, сколько людей видела, что произошло, но по выражению его лица я понял, что он все видел. Кстати, видео, где мой самолет съезжает на обочину, все еще гуляет где-то в сети. Я так понимаю, мой случай должен стать причиной ввода правила для пилотов о запрете снимать, аналогично правилу «не пиши сообщения за рулем». Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.